В регионах экологические субботники устраивают даже в будние дни. К примеру, в Шымкенте акцию чистоты проводят каждый день. Сотрудники госучреждений проводят уборку на улицах, в парках, во дворах. Неравнодушные горожане вместе с коммунальщиками очищают реки и каналы от мусора. Шудин Саидов о том, как шымкентцы делают свой город лучше. Каждый день в 6 утра выходим на работу. Все ради нашего города. Работница коммунальной службы Камила Жахсыбаева рассказывает, в уборке территории охотно помогают горожане. Вместе они чистят дворы, парки и улицы. Помогает в основном молодежь. Спасибо им. Я сама на работу прихожу рано. Пока пройдешься, уже зарядка. Бодрый, сделал дело. Везде чисто, приятно самому, правда? А это другой участок. Тут вместе с коммунальщиками жители чистят ирригационную систему. А это важно. Весной арыки забиваются, и все отходы идут в реку Кошкар-Ата. Я отмечу, что эта речка – гордость Шымкента. Вода тут родниковая. Берегут ее горожане как зеницу ока. Очищают город от мусора практически каждый день. Подключаются все госучреждения – школы, вузы, волонтеры, военные и просто жители города. В Акимате отметили, желающих много. Большую часть города привели в порядок. Отрадно, что каждый житель города сам проявляет желание. У нас 5 районов, и на каждый район есть свои подрядные компании, которые регулярно работают, следят за чистотой. Парки, скверы, аллеи. Акция охватила весь город. Целые группы отправляются в отдаленные районы. Там тоже проводят очистку. В Шымкенте уже стало традицией. Каждые выходные все выходят на массовые субботники. Подключаются и школьники. Они очищают общественные места. Ну а после – заслуженный пикник. Я отмечу, что из города с момента начала ежедневных субботников вывезено больше сотни тонн мусора. Осталось только сохранять порядок. Тут на помощь приходит закон, который за несоблюдение правил может наказать немалым штрафом. И это еще не все. К примеру, в городе за чистотой следят и старейшины, которые могут сделать замечание публично. И это дает свои результаты. Вывод только один – следить за собой и быть примером для других. Шудин Саидов, Мирас Ашенов, Абзал Турабеков, Жибек Жолы, Шымкент.